Спорткомплекс «Металлург» был построен в начале 60-х годов прошлого века. За это время в здании ни разу не проводили капитальный ремонт, утверждают в дирекции. Здесь старые окна, осыпается штукатурка, ветхий пол. Игра в футбол на таком покрытии может закончиться травмой, опасаются спортсмены. Но сегодня у нас этих средств нет. Будут ли они в ближайший год, два, три, мы не знаем. Но мы закроем основные проблемы, которые сегодня ведут к разрушению стен, которые ведут к разрушению оконных переплетов. В таком состоянии спорткомплекс не менее 5 лет, утверждают спортсмены. Несколько лет назад здесь залатали крышу, но этой зимой она снова протекла. Начать восстановление спорткомплекса планируют уже в этом году, говорят в мэрии. В первую очередь отремонтируют кровлю. В помещении обещают заменить окна, часть из них придется заложить. Пришли, замеры сделали нам все, кровлю, значит, будем делать тоже такую, так как у нас крыша сама сделана, именно под гибкое покрытие. Вот, гарантию дали нам где-то 15 лет. На ремонт спорткомплекса из городского бюджета уже выделили 400 тысяч гривен. К работе приступят в ближайшие дни, обещают в спорткомитете. Сделать мягкую кровлю, еврокровлю, полностью замена всего. На это потратится 994 тысячи. 461 гривня и 1097 и 465 на ремонт будет заменено полностью все окна. Проект на выполнение работ уже готов. Завершить ремонт планируют к концу лета. Светлана Киктева, «Панорама».